Знак ШП на автомобиле все-таки нужен. Кировчане после переобувки своего транспортного средства задались вопросом, нужно ли клеить букву «Ш» на машину. Напомню, в апреле прошлого года в правила дорожного движения были внесены поправки. Водители обязали прикреплять знак «Шипы», если автомобиль с шипованной резиной. За его отсутствие сотрудники ГИБДД выписывали штраф 500 рублей. Однако спустя время дорожные полицейские пришли к выводу, что знак этот не выполняет своей функции. Позже в МВД России опубликовали проект постановления об отмене штрафа за отсутствие знака на автомобиле. Тем не менее, предлагаемые поправки в силу так и не вступили, хотя по планам произойти это должно было еще летом 2018 года. И сейчас инспекторы ГИБДД напоминают, что все водители все так же обязаны размещать на автомобиле знак «Шипы».